Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч сборной Хорватии против сборной Бельгии. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет почитать и сверить с реальным результатом. Итак, группа F, Хорватия против Бельгии, хорваты делят первую строчку вместе со сборной Марокко, а вот бельгийцы занимают единолично третье место, набрав 3 очка и... По факту в этой паре возможен такой исход, кто победит, тот и выйдет в плей-офф чемпионата мира. Понятно, что здесь идет еще влияние от параллельного матча в этой группе Марокко-Канада, потому что марокканцы тоже нацелены на выход в плей-офф и даже сейчас занимают второе место выше бельгийцев. Но вот бельгийцы сами виноваты в таком исходе, что загнали себя в угол. И вот теперь из которого надо им выбираться, и шансов больше нет, один только шанс. Один шанс остался именно в матче против Хорватии. Итак, как мы видим, Лукаку вывел вперед сборную Бельгии, а на 31-й минуте бельгийцы увеличили свое преимущество. Яник Феррера Караска забивает, увеличивая преимущество с бельгийцами, которые тоже... считались фаворитами на дальнюю, как минимум, стадию. Понятно, не на победу, хотя всякое бывает. Вот, но на дальнюю стадию, потому что идет конец эпохи бельгийцев, их золотое поколение из особенно возрастных центральных защитников Вертонгена и Алдервельда. Но опасные моменты все-таки возникали в ворот и бельгийцев. Хорваты пытались как-то огрызаться. Сейчас мы смотрим момент во втором тайме. Лукаку отлично здесь приложился. Ну и вот так вот разыграли здесь угловой. Эден Азар с мячом отлично здесь проходит. Удар, и Левакович выручает. Еще одна атака. Снова Азар с мячом. Пас на Вицеля. Де Брёйне. Снова голкипер сборной Хорватии. Вот здесь вот уже ошибка защитников. И Кевин Де Брёйне забивает гол. Довел счет до разгромного. Сразу же скажу, что это финальный счет этой встречи. Так что Бельгия обыгрывает Хорватию и у нас выходит в раунд плей-офф. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.